Мы редко ходим по ресторанам, потому что часто разочаровываемся. Но сегодня особенный день. Виктор закончил учебный проект. Мы любим азиатскую, восточную, индийскую кухню. Поэтому выбрали ресторан Silver Oak в городе Малингар. Слышали о нем неплохие отзывы. Специями пахло уже на соседней улице. Уютный интерьер позволил окунуться в маленькую Индию. Мы заказали бирьяни, микс мяса с креветками в пряном соусе, треску под соусом карри, сыр со шпинатом, палак панир, так как давно знакомы с этим блюдом, и вегетарианские самосы, пирожки во фритюре по-нашему. Средняя цена стартеров 7 евро, мейн-корс варьируется от 15 до 22. Все блюда очень необычные, дома такое вряд ли приготовишь. Чек принесли на 72 евро без алкоголя. Довольно недешево, но скорее вы платите не за блюдо, а за возможность окунуться в индийскую культуру где-то на другом конце света. Мы однозначно сюда вернемся, чтобы продолжить дегустацию.